20 апреля в Гомельском горосполкоме пройдет открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков. На торги выставлено 5 лотов. 3 из них предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. 2 находятся в Романовичах. Начальная цена в пределах от 5400 до 5800 рублей. 3 в Красном Маяке. Начальная цена чуть более 6200 рублей. Сумма задатка для всех участков 200 рублей. А по улице Денисенко предлагается участок, на котором нужно разместить легкотипный торговый павильон. Начальная цена 200 рублей, задаток 10. И последний участок находится на улице Жукова. Он предназначен для строительства и обслуживания бесконтактной мойки. Начальная стоимость почти 4000 рублей. Размер задатка 200 рублей. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-Геодес-центра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-Геодес-центре по номеру 419786.